нельзя. Не знаю, почему указанию поставили туалет, такой общественный, доступный, но ясно одно. Этот человек о своем городе беспокоится и понимает, что нужно. Потому что во многих странах, во многих городах общественных туалетов бесплатных нет. Здесь же он есть, и, кстати, не только в этом месте. То есть такой общественный туалет, и не просто маленькая какая-нибудь будка, куда в грязное еще, притом к тому же, а именно нормальный, чистый, аккуратный, большой, просторный туалет, где можно и умыться, и вообще сделать все, что надо. Такие вот дела. Находимся на острове Гозу. Смотрите, Азор ТВ.